Привет, всем привет, с вами Максим Шубин, канал Реально Интересно, и сегодня мы поиграем в Need for Speed Heat. Игрушка вышла только вот сегодня, свеженькая, так сказать. И, ребят, пожалуйста, поставьте сразу же большой палец вверх, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, ну и другие, собственно, выпуски. И подписывайтесь на все мои другие каналы, на другие мои социальные сети, ребят. Ну, короче, поиграем. Для начала, я думаю, в соло хочется пройти карьеру. И, ребят, пишите в комментариях, хотели, чтобы я оставил музычку в этой игре, то есть, которая вот сейчас, собственно говоря, играет. Но, скорее всего, из-за нее меня могут лишить монетизации, как минимум, а может быть, даже и забанить ролик. Так что, ребят, пишите в комментариях, в общем. Конечно, с музычкой как бы все это прикольнее, веселее смотрится, но тем не менее. В общем, на два, наверное, выпуска я оставлю, а потом уж как получится. Вообще, ребят, ставьте как можно больше лайков, распространяйте максимально этот ролик, скидывайте его друзьям и поехали. WFFL86. Чтобы полюбоваться лучшими машинами вживую. Но после заката вы обнаружите, что здесь происходит нечто намного Какие красотки. Добро пожаловать в мир уличных гонок, где обитают адреналиновые маньяки и фанаты скорости, плюющие на законы... О да, я такой, черт возьми! О да, я такой! Мерсер, руководитель недавно организованной скоростной спецгруппы Palm City, готов принять этот вызов. Уличным гонкам не место на наших дорогах. Помните, если вы привыкли ездить по городу, словно по трассе, мы найдем вас. И если думаете, что сможете удрать, надавив на газ, то вас ждет сюрприз. Ведь мы непременно найдем вас, и тогда пощады не ждите. Хрена с два! Я удеру от тебя! Даже не нажимая полностью на газ! Вот мой тебе рассказ. Еее. Palm City 5 ночей назад. Так, что всего, я сейчас как бы управлениями передаю, да? В чем дело, Ричи? А, типа, я понял. Мы знали, что так я понял. Мы же все-таки в лигу метим. А ну, собрались. Короче, по управлению пока не очень. Понятно. А да, типа, рулите, как в какой-нибудь GTA-шке, не совсем как в гоночной манере. Я вообще привык все-таки правой рукой управлять. Сейчас управляю левой, и я думаю, это менее эффективно. И, возможно, скажется на моем скилле. Так, а где нитро? Нитро как нажать? Не, надо, наверное, как-то поменять, честно говоря, управление. Ну, вроде так, как бы можно, типа, но тем не менее. Я все-таки правша. Воу! Все разрушает. Так. Так, что. Воу. Немножко дрифта. Нормально, нормально, нормально. Мне показалось, что недостаточно поворачиваемости. Нужен дрифт? Нужен дрифт? Он не сдастся, Анна. И мы тоже. Нет, говори за себя. Сыкунишка. Ричи! Ричи! Сыкунишка. На хвосте одна машина. А, и одна, изи. Так, нормально, слушайте, прям опять копы. Не той ночью выгоняете. О, да! Как же я вас ждал. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А это было сейчас жестко. Это было реально сейчас жестко. Ну, я по-прежнему жив, и я даже на пятом месте. Так, сейчас как-то медленно было. Окей, три. Так, ребят, сейчас я гляну управление. Или не гляну управление. Стоп, а... Короче, я не могу, походу, выйти в менюшку. Ладно, хрен с ней. Если у тебя остался бензин, гони. Ну, у меня вроде остался бензин. Или здесь что-то, типа, какие-то заправки будут, или что? Да как... Формуле 1 90-х годов. Вроде тогда были дозаправки. Я точно не помню, если честно. Но вроде тогда. Так, ну ладно. Кстати, ребят, напишите в комментариях, любите ли вы Формулу 1? Я обожаю, если честно. Это один из моих любимых видов спорта, который, за которым я наблюдаю уже 9 лет. Ну что, ребятки, финиш 4-й.
Отстойный финиш, если честно, четвертый. Но, блин, ладно, для начала, наверное, сойдет. Черт, коп у меня на хвосте. Так. А, это типа я так говорю, да? Коп пытается меня прижать. Похоже, эта история не закончилась ничем хорошим. Но, тем не менее. Ёб, как раскрасила мою тачку. Не успел. Что ты сделал? Что ты сделал с этой крутой тачкой? Ни хрена себе, ты что делаешь, козлина? Угробил машину. Он, а не я. Нет, Шоу, это твой косяк. Ты пожалеешь, что вообще выжил. А разве выжил? Чего? Это что за хрень вообще? Вы что, обалдели? Они что, мне кончить хотят? Что вы здесь делаете? Отправляем послание. Стой, стой! Нет! Эй, он же сказал! Да нас же камера палит! Шоу! А это не менты, да? Это не менты, похоже. Это не копы, ребят, это не полиция. Так мы теперь работаем. Пусть усвоят. Я понял. Кто посмеет насмехаться над нами, получит по полной. Оп, и нет камеры. Фрэнк, подумай еще раз. Чтобы передать послание, нужен посланник. Или копы все-таки, я что-то не могу понять. То ли какие-то жесткие копы, или копы вообще такие здесь, в принципе, в игре. Типа, могут кончить. Просто так, человек. Если снова увидим тебя или кого из твоих, отправишься вслед за тачкой. Понял? Вставай. Передашь дружкам. Интересно. Я все-таки не понимаю, это на самом деле копы или нет. Просто какие-то методы у них прям. Хотя я, опять же, я там не служил, не знаю. И вообще, какие здесь копы? Может быть, здесь такие беспредельщики копы? Кто его знает? Че-то как-то жестко все начинается. Мы чуть сейчас не кончили. Просто что это такое вообще? Так, Адида. Спортивка Адидас. Эй, что случилось? И где твоя тачка? Ты чего? В жопу все, Анна. Я пас. Я возвращаюсь в Вентуру и забираю Ричи. Но мы команда. Уже нет. Хватит. Что? Не кажется ли эти ребята раз в фокусе кого находятся? Задний фон лучше видно. Да. Чем их. Давай сама. Реально? Ладно, это странно как-то. Ладно, окей. NFS hit. Жажда скорости. Palm City сегодня. Блин, за это меня точно забанят. Ё-моё. Ну ладно, я все равно оставлю. Надеюсь, только монетизации снимут. Гараж семьи Ривьера. Ребят, пожалуйста, максимально распространите ролик. Поставьте лайк. Можете финансово, в принципе, поддержать этот ролик. Ссылка будет также в описании. Потому что монетизация точно лишается за эту музыку. И я ее оставлю ради вас, чтобы была полная картина, полное ощущение от этой игры. Привет. Здорово. Че, у тебя какой телефон, кстати? Xiaomi, что ли? Так, тут какие-то трофеи, кубки. Мне это почему-то напоминает этот. Мультфильм «Тачки». Там что-то какие-то похожие кубки были в виде двух поршней. Так. Это типа гараж. Ну такой, знаете. Симпотный гараж, симпотный. Не то, что наш. А, это чуваки были. Точно. В том, чтобы наладить связь с вами. Слушать вас, понимать ваши заботы. Вместе мы строим лучшее общество. Вместе мы строим безопасное будущее для... С утра уже столько всякого дерьма навалилось. Слушай, самого бесит, но если нужна тачка, покажи ID. Копы жмут. Ну, тачка не помешает никогда. Кстати, вот насчет графики хочется высказаться немножечко.
Я почему-то ждал, наверное, лучшего, большего. Правда, и я... Не знаю даже. Так, выбери персонажа. Ну, просто давайте чисто, кто мне более симпатичен, того выберу. Ну, чувак прикольный, кстати. Так, азиат. Ну, пусть будет этот персонаж, например. Вроде прикольный. Почему нет? Не из местных, да? Я Лукас. Чем помочь? Ого. Говорят, здесь есть крутые тачки. Все так. Хочешь на шоу-даун? Да, вместе со всеми давить на газ. Слушай, врать не буду. В последние дни спрос бешеный. Все расхватали, но кое-что осталось. Не самые крутые, но ничего. Хочешь осмотреть? Вдруг что зацепит? Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Форд Мустанг. Ох, так. Бездорожье, дрифт, ну, в общем, это больше в сторону гонки, я так понимаю, судя по этому. Мощность 2.0. Максимальная скорость 1.6. Это что за странные какие-то показатели? Так, BMW M3 Evolution. Что за старье-то вообще, я не могу понять. Nissan 180 SX Type X. 96-го года, что ли, или что? Подожди, реально? Да не. Или да. О, мощность здесь. Ё-моё, Шевроле Камаро. Ну, Шевроле Камаро, наверное, стоит брать. О, не-не-не-не-не. Руки прочь от папиного Камаро. А нахрена тогда мне ее показывают? Йоу. Реально, нахрена мне тогда... Ну, типа, нет, выглядит она, кстати, тоже прикольно. А зачем мне это показывать, если нельзя купить? Так, 1.0, 1.6... 1.8, 1.0, 2.0, 1.6, 1.7. Ну да, Ford Mustang, что ж. Американская классика. Американская классика, да, возьмем ее, пожалуй. Неплохо. Так. Скорее бы сесть за руль. Я знаю, ребят, шоу-даун. Могу устроить тебе гонку. Проверю, на что способна эта малышка. Что скажешь? Неплохо. Да, да, давай, почему нет? Хочется уже погоняться. Так, куда сейчас? Ты можешь выбрать гонку себе по вкусу. В деловом центре поедешь по длинным кривым. В Eden Shores все острые углы сосчитаешь. Определись и проложи на карте. Ну, короче, вот, кольцевую гонку выбираем. Я думаю. Ну и погнали. Кодекс обновлен, если... Хотите прочитать записи, воспользуйтесь разделом «Прогресс» в главном меню. Да нафиг надо. Лучше так. Не просто приведи машину на старт, целости и сохранности. А, вот я как. Короче, вот. Тап, ребят, нажимаете, можно перейти, оказывается. Так, гараж, соцфункции, карьера. Игра. Игра, выйти в лобби. А, вот, настройки. Уровень сложности, окей, я ставлю этот. Пока что. Игровой процесс управления. Слушайте, на самом деле... Задать функции клавишам. Смотреть влево, вправо. Повысить передачу. Так, ребятки, я произвел некоторые изменения. Теперь я могу управлять правой кнопкой мыши. О, ты какой правой кнопкой мыши? Что я вообще не несу? Короче, правой рукой управлять. На стрелочке это намного удобнее. Автодром Palm City. Поехали. Та-та-ра-та-та. Прикольно. Немножко дрифта. Шоу-даун важная штука здесь, да? Я не против. Воу, неплохо, неплохо, ребята. А в гонках можно кучу денег заработать. Куча денег мне пригодится. Так, немножко дрифта. Всем в этом городе? Так, куда? Куда? Как охренеть, какой дрифт! Слушайте, прям круто. Прям мастер дрифта. Дрифт кинг. Блин, слушайте, здесь с дрифтом очень даже неплохо. Ну, почти. Ух ты, слушайте, прям хорошо сейчас было. Так, торнадо, кольцевая гонка. Так, и что, ешечку давайте сразу на старт. Внимание, как говорится, фарш. 7-7. Угу.
чё ты мне так её показываешь, типа вот... Ну не, достаточно симпотная тачка, чё, без Б вообще, без Б. Эй, Декс, будь сегодня помягче. Надо обкатать новую тачку. Если одну из твоих, то вряд ли она новая. Ты с нами? Не, бро. Я провожу гонки для новичков, если хочешь войти в курс дела. Да-да, чувак, очень смешно. Всегда пожалуйста. Ну что ж, небольшой диалог перестарта, как обычно. У-ху! Поехали! Поговорим с тобой после гонки. Удачи! Так, погнали. Ну давай. Сделаем их тех. Так. Пока довольно легко. Почти изи. Что за изи? Ну как бы это не самый легкий, это средний. Средний обычный режим игры. Возможно, перейдем на более сложный. А, это, наверное, было сейчас зря. Точно зря. Слушайте, блин, вот уже какие-то сложности. То есть вот что-то как-то там, да. На портаче, вот, пожалуйста. Или нет, все-таки, наверное, я так слишком часто в дрифт иду, это зря. Блин, он прям... Прям ушел, Декстед. Камон, я не могу его догнать. Все, выжимай с этой тачки. Давай, 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 давай. Блин, что-то как-то плохо. Не знаю, тачка не особо, честно говоря, управляемая. Ну, в плане вот кольцевой гонки. Блин, я не еду, вот все. Ласт круг. Все, последний. Ну да, блин, я не знаю, ну не едет тачка. Все, вот, все, вы же... Нет, это все-таки средний режим пока что, ну, в смысле, уровень сложности для меня нормально. Нормально. Все решится в самом конце. Поначалу-то как-то было все... веселей. Ну, я не знаю, я выжимаю все из тачки, как мне кажется. Все, что еще? Одна ошибка вот была, по сути, и вот там обогнали. Финиш вторым. Не знаю, это плохо, хорошо здесь. Награда 7796 баксов. О, фоточки, фоточки, ребят, фоточки. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка есть в описании. Го, у меня новый инстаграм, ребят. Так. Что здесь? Машина неплохо держит дорогу. Слушай, у меня есть пара дел в городе. Лучшее, что можно сделать с выигрышем, купить себе систему нитро. У меня их не осталось. Поищи в магазине запчастей, а я приложу. На шоу-даун все работает так. Хочешь бороться, прокачивай тачку. Это стоит денег. Гоняешь, выигрываешь, качаешь и летишь вперед. Гонкам поживее и наградам пожирнее. Конечно, не все так просто, но в целом так. И для начала прикупи себе нитро. Буду иметь в виду. Купи тачку у меня, я всегда помогу с прокачкой. Какой бы звездой ты ни был, без механика ты как без рук. То есть без тебя? Хочешь выйти против всего Палм-Сити? Ха, дело твое. Просто учти, подстраховка нужна каждому. Поедешь в магазин запчастей, загляни на старый автодром. Он заброшен, но когда-то на том треке гоняли на пределе. И сейчас гоняют, если никто не смотрит. А почему закрыли? Думал это... Блин, достаточно такой интересный диалог, я прям слушаю, 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 типа, чё, кого, почему и зачем какие-то определенные действия делать в игре, вроде там все это как раз-таки рассказывается, и... В этом есть смысл вроде как. Так, что у нас здесь? Малышка моя, я по тебе соскучился. Классная попка у тебя, малышечка. О, какие кудри. Ну, лицо. Не знаю, ну типа, блин, графика. Это предъявление графики. У Лукаса собрал. Ага. Знаешь его? Блин, вообще мне она нравится. Он мой брат. И тачка моя. С ней я впервые победила. А я проиграл. Впервые. Понятно. А эти что не открывают? У всех склады пустые из-за шоу-дауна. Что осталось, продают только тем, кто знает толк. Ну так я знаю. Так-так. Новичок с амбициями. Докажешь, что это не пустой трёп? Легко. Дай телефон. Я Анна. Есть лишь один способ заработать себе здесь имя. Так, ну что ж, уже номерок я стрельну. Ну и все? Красотки. Сделаю пару звонков. А ты не пропадай. Я на связи. Окей, малышка. Окей.
Этот звук, я понимаю, вот этот звук у тачки просто супер. Тест-драйв выполнена уже. Так. Доп 4, нажмите, чтобы открыть цели. Доп 4 спускай. Подожди, а что, я, получается, не покупаю? Я не могу купить. Короче, походу, я не могу купить. Нитро. Короче, ребята. Так, завали. Вот так, да, отлично. Ребят, надеюсь, вам понравился этот ролик. Тогда поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, друзьям, раскройте колокольчик, нажмите и, пожалуйста, напишите в комментариях, ждите ли вы новый ролик по этой игре. Собственно, ребят, как можно больше лайков наставьте, тогда он быстрее выйдет, поэтому, ребят, все зависит максимально от вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был канал «Это реально интересно», Максим Шубин, переходите по всем ссылкам в описании. Всем удачи и до скорой встречи. Пока. Рекомендую посетить и подписаться на канал Топ Китай. Здесь автор делает крутые топы из необычных вещей с AliExpress и других китайских магазинов. Ролики выходят регулярно, порой даже каждый день. Вам будет что посмотреть на нем. Советую подписаться, ссылка в описании.